Ёжик в тумане, овечка на лугу, снеговики-патриоты и даже салат оливье. В Архангельске прошел ставший уже традиционным новогодний маскарад календаря. Побороться за главный приз пришли жители Поморья всех возрастов. Ирина Скалина с подробностями. 2000 пуговиц собрано с лета, почищено, покрашено. Елочная игрушка венчает скипетр. Царь-батюшка готовится к балу. Долго шили? Да, долго шили, несколько дней. Мама с бабушкой и сестричка. За кулисами участники номинации «Киндер». Переживают мамы, а малыши смотрят сурово, публики машут, как настоящие кинозвезды. Озорному байкеру Оксане нет и 3 лет, а это уже 3-й ее конкурс. Самому юному участнику всего 8 месяцев. И суматуха вокруг, маленький символ года, совершенно не интересует. А вот самолетик в подарок – это хорошо. Некоторые на конкурсе уже ветераны. Как называется твой костюм? Старичок-бурячок. А в какой раз ты участвуешь в конкурсе? 7-й. В сказке леса морская царевна танцует с грибочком, а у белочки-хлопотушки их целая корзинка. Образ делают именно такие детали, зачастую очень трудоемкие. Для полного образа костюма связано 24 гриба. Да, вот так по всем правилам. На тарелке горкой, с кусочком хлеба, вилкой и листиком петрушки. Даже башмачки с горошинками. Салат оливье сорвал бурные аплодисменты. А попробуй походи в салате несколько часов. Ели Новый год оливье и решили сделать. Чтобы сплести кольчугу воина света, понадобилось вручную сделать 346 маленьких масок с разными эмоциями на лицах. Зомби, матрешка, чайная пара кружат в хороводе вместе с оливье. А целая семья снеговиков представляет достопримечательности Архангельска. Ну, эта идея уже давненько у нас в семье. У нас много идей. Мы решили поднять еще более патриотический дух в нашем городе. Тетя в роли тумана, дети – ежик в тумане и собачка. Самая семейная номинация – сюжеты. Роли распределяют обычно самые младшие. Пиратка Изи. Это как тебя зовут? Кто ты, какой? Джейк. Пират Джейк. Ну, а я Крюк осталась. Участников 124. Каждый костюм нужно было представить, причем быстро. И не просто представить, а обыграть. В этом году мы столкнулись с главной сложностью – это мороз минус 30. Вот это была для нас сложность, потому что дети же приезжают на репетиции, у них проходит по несколько репетиций. Это ведь неподготовленные артисты, там же выстроены специальные сюжеты, и поэтому не все смогли на всех репетициях быть, вот это была сложность. Гран-при под фанфары получил 9-летний царь-батюшка. Царю! Очень много шедевров. Мы поражаемся иногда фантазией, рукоделию, мастерству авторов этих костюмов. 2,5 часа конкурса. Царь-батюшка, юный победитель, за кулисами даже позволил себе всплакнуть. Чуть-чуть. Наконец-то волнение позади. Кстати, постоянные участники уже придумывают костюмы для следующего маскарада. Ирина Скалина, Ирина Евдокимова, Дмитрий Попов, Архангельск, Новости 24.